Здорово сработано. Только не надо было им переодеваться. Филь, да. Ну что еще у нас? У нас есть певец Игорь Тальков. А сейчас выступает известный композитор и певец Игорь Тальков со своим сыном Карл. Да не так ты объявляешь. Надо просто говорить, выступает сын Тальков с папой. Ой, вот так. Столько грез посеял и столько нервов жёг, пока к заветной цели сквозь все преграды шел. И вот пришел отчасти и посмотрел вокруг, но ожидаемого счастья не обнаружил вдруг. Завтра уеду, махну на все рукой. Завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грунт. А те, кто знал меня, простят и все поймут. Уеду. Не уезжал. Уеду. Не уезжал. Уеду. Не уезжал. Уеду. Не уезжал. И кто мог знать в ту пору, когда душа рвалась скорее взмыть на гору со званием Парнас, что на вершине этой с протянутой рукой мне суждено стоять и петь, подайте на покой. Ой, завтра уеду, махну на все рукой. Завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грунт. А те, кто знал меня, простят и все поймут. Уеду. Не уезжал. Уеду. Не уезжал. Уеду. Не уезжал. Уеду. Не уезжал. Уеду, махну на все рукой. Завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грунт. А те, кто знал меня, простят и все поймут. Завтра уеду, махну на все рукой. Завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грунт. А те, кто знал меня, простят и все поймут. Уеду. Не уезжал. Уеду. Не уезжал. Уеду. Не уезжал. Уеду. Не уезжал. Уеду. Брошу все и уеду. Надоело.